Да, добрый вечер всем. Всем привет-привет. Всем привет. Итак, мы сегодня наконец-то разыгрываем денежные призы. У нас в компании Geltor System был кулинарный конкурс. И на сегодняшний день есть у нас очень классные участники, которые выполнили условия нашего марафона. Да? Они оформили блюдо GL в надписях Geltor System. Друзья, это очень круто, очень оригинально получилось. Нам очень понравилось, мы оценили вашу работу, креатив, творчество. Поэтому сегодня хотим вас наградить. И методом генерации случайных чисел, прямо в онлайне, прямо в прямом эфире, прямо здесь и сейчас мы будем разыгрывать наши денежные призы. Итак, Галя Платонова у нас начинает. Я сейчас переключу камеру, ВК Лайв тоже провожу. Галь, включай прям мой как бы экран. Привет-привет. Я переключаю демонстрацию экрана. Так. Так, поделиться. Видно экран? Так, сейчас посмотрим. Угу. Да, начинает видеться. Да, видно. Итак, смотрите, у нас приняло 30 человек. Вот 30 они, 30 человек. Сейчас я покажу ВКонтакте. Вот они, 30 человек. И среди них проводим розыгрыш. Итак, 30 человек. Так, от единички до 30. Количество чисел единичка. Так, очень приятно получать подарки, тем более за такие вкусные, скажем, свои творческие дела. Итак, первый приз, Лен, 13. Так, первый приз 13. Итак, кто у нас? Покажи по 13. Вот так скажи, что не выиграет. Это Ольга Вострецова. Ольга Вострецова получает сегодня $15 на счет. У нас Так, считаем для чистоты, как бы, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Ольга Вострецова. Вот такие вот шикарные блюда. Снять икра, красная, икра черная. Короче, классно. Ольга, мы тебя поздравляем. Ты сегодня получаешь от нас $15 на счет, потому что ты такую вкуснятину нам организовала, оформила. Итак, мы тебя записываем. Дальше, следующий участник тоже $15 выиграет. У нас три таких первых места. Сейчас посмотрим, кто это. Итак, номер 4. Номер 4 – это Ольга Вострецова. Опять? Браво! Ну, похоже на то. Ну-ка, давай смотреть четыре. Ольга Вострецова. Так как у нас в конкурсе можно было участвовать несколько раз, сейчас проверим. Ну, много чего готовить. Считаем. Раз, два, Ага. три, четыре. Ольга Ольга Вострецова, ну, Вострецова. гляньте, какая вкуснятина, жилка. Оля, ну, слушай, ну, ты фортунная девочка. Итак, ты получаешь от нас еще $15. Молодец. Ты сегодня заслуженно получаешь, потому что ты очень активная оказалась. Мы тебя отдельно поздравим по телефону, скажем так. Итак, третий человек, $15. Итак. 23. Так, 23. 23 – это у нас Ольга Гордон. Или Ольга. Гордон, извините. Ольга Гордон, да, есть Да. такая участница. Тоже Так. получает 15 тысяч, да? Итак, да, итак, мы поздравляем Ольгу, пишу так, Ольга Гордон. Так, Ольга получает у нас тоже $15 на счет. Поздравляем. Вы вкуснятину съели, и $15 получили. Молодцы. Ура, ура. Ура, ура! Следующее у нас разыгрывается 6 мест. 6 мест по $10. Тоже сегодня, сейчас, в прямом эфире. Итак, Галя, поехали. Так, 13. 13 у нас, по-моему, уже было, нет? Это было. Давай еще раз. Нет, не будем повторные числа, не будем. Так, секунду. Исключить повторы. Странный генератор чисел. Поехали дальше. Да, 21. Вот, 21, что там у нас? Лариса Голованова. Лариса Голованова получает $10 на счет сегодня. Поздравляем за творчество, за креатив. Очень все скопировали. Сформировали наш интересный альбом кулинарный. Я надеюсь, мы продолжим этот шикарный марафон. Итак, следующий у нас участник по $10 получает кто? Та-да-дам! Так. 26.
Так, пишу 26. Кто у нас 26-й? Татьяна Пешкова. Татьяна, как еще раз, Пешкова? Да? Татьяна, да, Пешкова выигрывает $10. Сегодня мы на счет перешлем обязательно. Мы вас поздравляем. Обязательно сделаем пост, покажем ваше творчество. Следующий наш участник. 25. Маргарита Щепила. Ура! Поздравляем. Маргарита Щепила, поздравляем. Сегодня вы опять получите вознаграждение. Сегодня обязательно мы вас скопируем и покажем ваше творчество тоже, в том числе. Следующий участник, четвертый участник, который получает $10, это... 16-й номер. Под 16-м номером Ольга Гордон. Ольга у нас принимала участие, насколько я поняла, раза три. Раз, два, три, четыре раза. В общем, Ольга, вы молодец. Алло, Лена, ты тут? 16. Еще раз. Так, Лена. Лена у нас зависла на связи. Минутку. Что-то со связью. Так, это у нас был четвертый участник, кто получает $10. Сейчас вернемся к конкурсу. Пока Лена у нас на связь выходит. Так, кулинарный шедевр. Лен, ты где? Ты на связи пропала. Алло. 6 мест по $10. Так, у меня зависло. Давай-ка вернусь. А, так, следующий, пятый участник у нас $10 получает, это номер 27. Я сразу себе записываю, $27, ой, 27 номер. $10 получает у нас Алена Цепышева. Цепышева. Угу. Так, дальше, шестой участник. Шестой участник, это номер 17. Так, 17. Это кто? Привет, Лен, тебя слышно. Да, 17 номер, давай, продолжай. Так, 17 номер получает $10. Как зовут? Ой, Танечка Парфенова, дорогая, поздравляем. Так приятно быть в выигрыше, да, скажем так. Итак, $10 мы тебе отправляем в том числе. И твой кулинарный шедевр также размещаем в отдельном посте. Итак, друзья, мы закончили розыгрыш первых трех мест и 6 отдельных подарков по $10. Сегодня же мы сегодня вам оформим, скажем так, эти денежные призы. Обязательно с вами свяжемся, напишем классный пост, поздравим, покажем ваши творческие шедевры кулинарные. И надеемся, что вас это вдохновит на следующий, скажем так, новый путь, который сегодня будет продолжать другой марафон. Потому что у нас их будет много, идей шикарных куча, потому что наших участников нужно тормошить. Люди любят вкусно и красиво покушать. Поэтому еще раз поздравляю. Сегодня мы много для себя взяли интересных креативных идей, как можно оформить праздничное блюдо, да, какое-то такое для гостей, кто кого встречает. Поэтому благодарим вас за участие и прощаемся с вами до следующего марафона. Очень приятно дарить такие подарки, пускай это будут там не миллионы, естественно, да, но эти подарки, они пускай вам сегодня поднимут настроение, вы что-нибудь тоже вкусненького купите и порадуйтесь, что вы с нами вместе. Аль, ну что, мы все заканчиваем, да? Да, заканчиваем, все. Всем пока-пока, до новых встреч. Всем пока-пока, до новых встреч. Всех поздравляем от души.